Неонацисты устроили накануне в Таллине факельное шествие в честь 98-й годовщины независимости страны. Организаторами выступили молодежное объединение консервативной народной партии «Синее пробуждение», а также активисты эстонского отделения «Солдат Одина». Это радикальное движение, созданное в соседней Финляндии для защиты местных жителей от нелегальных мигрантов. Акция собрала несколько сотен человек, в их числе представители молодежных движений ряда стран Европы, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии и Швеции. Шествие проводится в Таллине уже третий год подряд.